В загибе принимали участие тысячи бегунов разных стран мира, которые решили таким спортивным образом провожать 2017 и встречать Новый год. С места проведения соревнований репортаж моих коллег. Со звуком стартового сигнала тысячи бегунов бодро начали свой забег. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у всех отличное. Участие принимают не только профессионалы, но и любители, и даже новички. Каждому предстояло преодолеть одну из четырех дистанций – 2 километра 600 метров, 7 километров, 21 километр и 42 километра. Бегуны выкладывались по максимуму в соответствии со своим уровнем. Спортивного духа с истинно шанхайским духом. Оно отличается тем, что в нем принимают участие 15 тысяч любителей бега из 27 стран мира. Это говорит о том, что ценности шанхайской организации сотрудничества, шанхайского духа разделяют люди, не только живущие на пространстве ШОС, но и далеко за его пределами. Это уже второй международный марафон, организованный ШОС в городе Вечной Весны, как еще называют Куньмин, благодаря его мягкому климату. После соревнований состоялась церемония награждения. Лучший результат среди мужчин на самой длинной дистанции в 42 километра показал спортсмен из Кыргызстана – 2 часа 23 минуты. Пальма первенства среди женщин по праву досталась китаянке – 2 часа 50 минут.